Мы продолжаем знакомить вас с участниками социального волонтерского проекта «Помощи женщинам и девушкам. Время жить». Напомним, проект начался 15 лет назад с помощи зависимым мужчинам. Сейчас мужскую часть проекта возглавляет Антон. Вы бывший наркоман? Да. Да? Мы можем сейчас сказать, что уже бывший? Конечно, с уверенностью. С уверенностью можем сказать, что бывший. Какова жизнь была тогда? К чему бы она привела? Была ли эта жизнь вообще? Тогда и жизни не было. Знаете, наркотическая зависимость – такая болезнь, которая, если ты не будешь понимать полностью, что ты в очень большой беде, в руки себя не взять, если… И не будет людей рядом, которые тебе помогут, которые были в такой же проблеме, то это колоссальная беда, которая приведет тебя к концу. Здесь мы помогаем ребятам, которые уже в жизни все попробовали, и ничего у них не получается. Попробовали в каком плане? Попробовали завязать. С алкоголем, с наркотиками. Знаете, есть в программе включена такая тема, как тщетные надежды. Вот лично я проходил все тщетные надежды. То есть я думал, что меня спасет армия, не спасла. Я думал, что меня спасет семья, не спасла. Помогло только то, что рядом со мной оказались люди, которые были также в проблеме, которые протянули руку помощи и которые показали, как это делать. Сейчас мы в команде, и у меня команда ребят, которые бывшие алко- и наркозависимые. И мы здесь на проекте знаем рычаги, знаем инструментарий, который нужно применять конкретно для того, чтобы раз и навсегда сказать себе самому, что ты больше не такой, что больше я не наркоман, не алкоголик, я больше независимый, я хочу быть другим, и я другой человек. На данный момент я другой человек, я не закодированный, я не заколдованный, я просто другой человек. Это пахота, но ее нужно пройти, чтобы достичь результата. Результат – это свобода, результат – это новая жизнь, результат – это когда ты просыпаешься утром, и у тебя улыбка на лице. У тебя нету, знаете как, нежелания жить. У тебя есть впереди завтрашний день. Я знаю, что такое дно. Я проколол в своей жизни все. Семью, работу, отношения с близкими, все. У меня было разбито все. Я не хотел жить. Все восстановилось. Трезвость. Мой образ жизни теперь. Я знаю, что такое до и что такое в зависимости. И я знаю, что такое без наркотиков, без алкоголя, без сигарет. И знаю, что такое просто здравый ум, трезвость ума и чистота. В ней гораздо лучше, в ней приятнее, в ней ты больше получаешь от жизни. Жизнь здесь, в Ромешковском районе, где обрели пристанище участники социального волонтерского проекта «Время жить», не лишена ограничений. Но это не тюрьма, но и не санаторий. Здесь нужно вкалывать, чтобы преодолеть себя и обустроить нормальную жизнь. А для этого обустройства уже сделано многое. Уютный теплый дом для мужчин, баня, пасека, овчарня, огород. Скоро будет справлять новоселье женская половина проекта. Здесь у нас идет строительство женского дома. Я его называю «Дом мечты», потому что это действительно с миру по нитке, голому рубаха. Это действительно «Дом мечты». Мы строим этот дом для того, чтобы помочь людям. Это свое здание, куда человек, любая женщина и девушка может обратиться за помощью. Этот дом рассчитан на 25 человек. Слава Богу, здесь есть комнаты, где
дай бог, возможно, мы будем помогать мамам с детьми, которым некуда будет, да, идти, вот местным каким-то людям, женщинам. Социальному волонтерскому проекту очень нужна помощь. Будут рады всему. Стройматериалам, продуктам, финансам. Помогают многие. Но и многим именно этот проект помогает обрести новую жизнь без алкоголя и наркотиков. А это, согласитесь, дорогого стоит. Сюда приезжают попавшие в беду люди со всей страны. Места здесь на всех, безусловно, не хватит, но в помощи не откажут никому. Таких проектов, слава богу, вообще по России, вообще в городе очень много. Поэтому если мы уж как-то не можем помочь или взять, потому что нету места, конечно, мы содействуем еще человеку. Мы не оставляем человека вообще один на один с проблемой.